тяжело говорить. Хоть раз в жизни подержать. В смысле мужа? Кстати, давай вот этот вопрос поднимем. Обидно. Ты про внешность или... Или про тупость. Где я могу двигаться, там, ну, двигаться в... В смысле... Из плюсов я могу сказать, что Ваня вот научился в Counter-Strike играть. И это самый лучший выпуск. Привет, друзья! Рад приветствовать вас на очередном выпуске «Говорилки», на очередном подкасте. И сегодня для вас буду я ведущим. Меня зовут Михаил Горнак. Сегодня, к сожалению, я буду один. Но, тем не менее, сегодня у нас в гостях две прекрасные девушки из команды «Минского Динамо». Две, причем Анастасии. Одна Шлопакова, вторая Шупо. Девчонки, привет! Как настроение? Привет! Все прекрасно. Да, вы готовы? Конечно. Давайте порвем динамовскую говорилку, да? Давайте. И также еще у нас сегодня в гостях... Два прекрасных футболиста из мужской команды «Минского Динамо», причем два самых симпатичных футболиста из команды, так написано в сценарии. Я работаю по сценарию. А да, кто писал, это... кто писал такое? Кто писал сценарий? Ну ладно, хорошо. Да, это Максим Швецов и Иван Бахар. Ребят, вам тоже привет. Как настроение у вас? Все отлично. Победили. Все хорошо. Самое главное, что после победы, причем вы после победы и девчонки тоже после победы. Также у нас сегодня в гостях вот этот замечательный кубок. Хоть раз в жизни подержать. Машина, Ваня красавчик вообще. Я думаю, что... Хоть женский, берешь? Так фоткай. Да! Все, и ты уже там. Давай, я попробую, подожди. Какие мальчики все-таки слабые? Давай, Юля, снимай. Который я, честно вам скажу, не сумел поднять перед нашим выпуском. Но вот в любом случае хотелось бы, девочки, поздравить вас с победой в Кубке. Это было шикарно, это было классно. И давайте, ребята, вы тоже поздравите девочек. Ну, конечно, поздравляем девочек. Мы очень рады, что они выиграли очередной кубок. Давайте как-то искренне. Да я от всей души. Поздравляем, это ну как бы... Мы даже смотрели по «Беларусь 5». Знаем, что вы играли в меньшинстве, выиграли по пенальти. Какое по пенальти? Не, нормально было? Сразу все пошло не так. Да я шучу. Не, я вижу, с углового забили в конце, да? Ну, пропустили со стандарта вот этот, ну, надо было доиграть. В Лазариду там написать что-нибудь, напихать. Отметить. Да, давайте как раз пройдемся по кубку. Немножко, во-первых, вы расскажете про то, какая была атмосфера, потому что в Бресте очень много людей собралось. Ну, Брест — это как хорошая футбольная, именно жизнь, атмосфера футбольная. Мы очень рады, что, в принципе, пришло столько зрителей, в принципе, болели за нас, как не зря, и несмотря на это. Вот. Настя вообще потерялась, да? Давай, говорит. Нет, на самом деле, Брест, и все прекрасно знают, что это футбольный город, и на игры мужской команды собирается очень много людей, поэтому мы, хотя и не мужская команда, но на женский футбол тоже достаточно много людей пришло, потому что в Минске вряд ли бы, на самом деле, если бы мы играли на «Динамо», на основном стадионе, и играли до этого, столько людей, конечно же, не собиралось. Вот, поэтому атмосфера была хорошая, всегда приятно играть, когда на трибунах достаточно много болельщиков, которые тебя поддерживают, переживают за тебя. Поэтому по атмосфере было хорошо. А так как мы еще и победили, и достаточно яркая игра была, были и голы, и дополнительное время, и пенальти, и удаление. То есть все, что практически можно в футболе, все было. Поэтому зрители, думаю, получили хорошие эмоции. Так, удалили Капустину. Вы играли практически весь второй тайм в меньшинстве. Так что передадите что-нибудь Зарине или нет? Да. С Божьей помощью она изменила. Ладно, это не надо. Просто убила сразу. С Божьей помощью. Дальше могла не продолжать. На самом деле так и было. Сразу с первых секунд с Божьей помощью. Не извинилась, напихали, убили. Ну и дальше вдвоем сюда, да мы. И сыпят на нее. Да нет. Она извинилась. Ну, она и мы ее простили. И мы ее простили, так как мы победили. Если бы был исход другой, было то бы было по-другому. Да. Так, девчонки, расскажите, пожалуйста, про коридор и про ситуацию с коридором, потому что очень важно понять, что там было. В общем, мы всегда, последние игры, когда мы играем с Минском, это там суперкубок или кубок играем, мы всегда, когда они проходят на награждение, делаем для них коридор, даем им пятюни, они проходят, все, мы им хлопаем, поздравляем, вот, и каждый раз так было. Они уходили, никогда как бы не приветствовали нашу победу, не аплодировали, просто уходили, и на этом все. И сейчас в интервью наш главный тренер Юрий Иванович решил как бы высказать свое недовольство, потому что по отношению к нам как бы
уже в который раз они так себя ведут, и это некрасиво. Я так понимаю, просто они в очередной раз не умеют принимать поражение достойно. Я согласна. Да, неприятная ситуация. Парни, по поводу дерби. Вот прямо сейчас Минская Динамо, Минск. Еще как-то ощущается, что это дерби Минска? Ну, наверное, Ванька был в Минске, Динамо, пускай, наверное. Ну, если именно в мужском вы имеете в виду? Да. Может, со женским. Не, ну в женском там всегда Динамо побеждает. Там они рубятся. Проблемы. Ну, там коридор, не коридор, интервьюшки, там какие-то вообще замесы, не знаю. Ну, в футболе, не знаю, я сколько лет в Минске был, поэтому, конечно, для меня ощущается. Ну, и мне всегда нравится играть в Минске. Я, наверное, я не помню, сколько статистику, но всегда в каждой игре забывал Минск. Ты, кстати, не радуешься? Походу, не забьет в этой игре. Всегда руки поднимаешь, если не ошибаюсь, да? Потому что уверенно стоит. Поднимаешь руки? Ну, последний раз, когда? В прошлом году. А, наверное, все-таки было, да. Да, Вадиму Викторовичу, кстати, два забил. Здесь, на Динамо. Так, ладно, если не Минск, то какой вообще для вас, может быть, принципиальный соперник есть в чемпионате? Или с которым прям реально очень нравится играть? Мы можем ответить. Да, все-таки БТ, наверное, мне кажется, потому что... Всегда так и по людям ощущается, все как-то больше, не знаю, почему приходят и в Борисове, всегда какой-то ажиотаж такой, даже мы сейчас играли на городском, много людей так было, то есть и такой хороший ажиотаж был на игре, поэтому я думаю, что все-таки БТ. А Неман, да, мы считаем тоже. Ну, наверное, все-таки нет. Не знаю, наверное, все-таки сколько лет это было. А первую игру, когда вы играли, тяжело было играть? Я не играл, да. 0-1 проиграли? Да, когда еще удаление. Ну, там удаление, как бы, ну, что удаление повлияло так прилично на игру, то есть я думаю, что-нибудь удаление было бы другая игра, но... Как короче, подытожим, все равно это в БТ. Ну да, скорее всего, всегда в БТ, особенно в Борисов-арене, не знаю почему, может, стадион как-то здесь просто вот эти дорожки, и как-то все разбросаны по стадиону, ну реально, как бы дорожки не очень, а там так все близко, компактно, и дофига болезни. Так, вопрос компрометирующий, вы следите за девочками? Только честно. В каком плане? Ну ладно, давай с двух сторон. С футболем. Футбольный план есть, да? И второй уже... Он сидит только за одной футболисткой, Юлии Слесарчик, если что. Это реклама. Боже, никого не знает. Ваня, было? Это Ваня Бахар, да. Закопали, убили. Не, ну я просто хорошо знаю, и все. Ну, хорошо знает и писал, как бы это разные вещи, нет? Да, Иван, что ты творишь, а? Так и его. Душите его по максимуму. Так что следите за девчонками. Ну, за Юлей, да, постоянно. Я даже эти лайки ставлю в Инстаграм. Макс, ну, я же, конечно, Инстаграм, там видишь все равно какие-то результаты. И всегда, когда с Минском особенно игры, да, ты пытаешься смотреть. И особенно, ну, сейчас по телеку показывали кубок, поэтому мы как раз на заезде были, смотрели. То есть, ну, такое заезд не прям сильно, но следим, знаем результаты, что когда выигрывают там кубки, какие-то трофеи. Ну, понятно, что они постоянно все выигрывают, ну, да, поэтому даже неинтересно смотреть. Не очень интересно. Я когда ты заходишь, там 7-0, 10-0, думаешь, первый тайм смотрел, второй в карте играл, поэтому... Я просто это еще комментирую, понимаешь, там 19-20-0, это... А, это ты комментируешь? А я такая думаю, тоже, кто же... А это ты неправильно мою фамилию называешь? Шупо? Ее невозможно Шуппо назвать, невозможно. Так, девчонки, вопрос к вам. Вы следите за ребятами, за командой? Конечно, следи за игры просто. Спроси, в каком плане хотя бы. Нет. И во втором плане тоже. Нет, мы только по футбольной стороне. Так а что? Обидно. Парни. Просто смотри, во-первых, парни у нас холостые. Вы должны это понимать. Вы должны тоже понимать, что, может, мы заняты. А, вы заняты? Конечно. Там без шансов вообще как-то. Вообще без шансов. Там человек 10 лет. Подобраться как-нибудь с тобой. Не, вообще. Там не с какой стороны зайти, там вот одно целое. Там уже флирт есть, ну, эта тема. Там. Да там уже больше, чем флирт. Просто парни еще и богатые, начнем с этого. А то есть ты считаешь, что у нас бедные люди? Что это такое? Что за понятие богатые, это как? Так, вопрос к вам. Кто самый симпатичный в мужской команде? Опять глупый вопрос. Только не что глупый. Сказали, что мы заняты, ты спрашивал, нет, кто нет, симпатичный. Нет, вообще нормально, ты, ну... Ну хорошо, я могу сразу я скажу, за я скажу, я скажу, давай, кто давай, симпатичный. Давай, сначала Настя. Не будет вопроса, Полицевич. Сергей Полицевич. Ну, знаете, просто иногда постарше хочется тоже. Нет, я просто знаю, что к этому ответа вопросов не будет, поэтому... Серега. Максим Швецов. Вот Максим Швецов. Серега, это первый раз, когда ответили Полицевич. Максим Швецов. Максим Швецов? Да. Ладно, парни, давайте вы... Не, честно, мне за Лёхова Кулича обидно, потому что он самый, я думаю, такой... Кулич? Ну, конечно. Ну, Кулич симпатичный, да. Тебе он нравится, да? Он уже тебе
Я отвечу как девчонки, я женат, поэтому не могу отвечать на такие вопросы. Так, может ли быть такое, чтобы из футбольной мужской команды встречались там с девочками из женской команды? Может быть, вы случаи такие знаете? Ну, вообще, я вообще просто идеально знаю случай. Знаешь, ты, да. Сашечка, ты... Нет, это, честно, вообще жестко, ну ладно. Не, есть еще лучше. Не буду смотреть на нее. Так, стоп, я просто не понимаю, что... Да ты не поймешь, ладно? Так можешь выходить. Ты встречаешься с футболистом? Молодец. А кто? А кто муж? А ты думаешь, я так тут сижу? Вы что, встречаетесь? 10 лет, ты не знал? Да что происходит вообще? Парни... Ты не знал? Что, вы серьезно с Бахаром встречаетесь? Да, уже 7 лет. И что, ты ему предъявляешь за свисарщик постоянно? Ну, конечно, он соревнует. Мне уже жарко. Так а с кем ты развелся тогда, я понятно? Вообще шок. Я под прикрытием работал. Я встречаюсь с футболистом, но не с Динамо. Так фамилия какая? Айскевич. Как? Это составляет. Не вырезать такое. Как? Яцкевич? Саша? Нет, ладно. Это жестко. Нет, ну это жестко, ну хорошо. Мне нравится. Потом вот это вставьте, прям, ну что, фотографию. Подожди, переделал. Я говорю фамилию, ты говоришь, конечно, я знаю. Саша. Можно паузу взять? Я уже не могу. Так, Настя, на самом деле я знаю твоего мужа. Вообще сразу сломался. В смысле мужа? Кстати, давай вот этот вопрос поднимем. Да, кстати, Влад, Настя до сих пор без кольца. Да, почему она без кольца? Да, я знаю на самом деле, что у него еще день рождения 29 сентября. Так, все, ребят, давайте поздравим игрока с Маргони. Вот, хороший парень, хороший футболист. Спасибо. Так, ребят, на самом деле мы записывали еще прошлую говорилку до Лиги конференции, потом вы поехали на еврокубковую игру. Расскажите, пожалуйста, какие, там, не знаю, ощущения, какие там чувства, эмоции вы после игры испытываете, и какие, может быть, наставления у вас есть для девочек перед Лигой чемпионов? Ну, а что рассказывать? Ну, понятно, что не все получилось, понятно, что вылетели, что сказать, позорно, наверное, для Минского Динамо, для такого клуба вылетать в первом раунде, это все понятно. Но, с другой стороны, если вылетели, наверное, значит, что-то недоработали и не заслужили, вот и все. Так, расскажи эту историю, когда ты вроде как только приехал в команду и тут же играл в основе. Что это за поблажки? Расскажи. У меня конфликт с ней будет. Ну, случилось так, что, да, в принципе, физически, наверное, я не готов был, я думаю, так. И получилось так, что за день до игры у Паши Сисько случились проблемы с коленом, хотя он должен был играть. Вот, и он подошел, сказал, что, типа, ну, как бы не может играть, болит колено сильно, поэтому поговорили с тренерским штабом. И, ну, сказали, пока что готовиться. На следующий день, типа, в день игры я еще не знал, но мы разговаривали. Паша сказал, что да, типа, тяжело, и мне больновато, и поэтому пришлось мне сыграть. А ты вышел как машина, я тебе хочу сказать. Мало того, что забил, так еще и отыграл. Ты себя физически как чувствовал? Ну, тяжеловато, конечно, потому что моя прошлая игра была 2 месяца назад ровно. Ну, именно за клуб. Да, за сборную я сыграл, но я сыграл тайм там немного. Хотя за сборную тоже тяжело было, я физически был тоже не готов. Это надо признать. Угу. Да, я тоже смотрел сборную. Да. И думаю, что там Бахар делает? Ну, отвратительно, я не спорю, конечно. Не, ну правда, он был не готов, его вызывают в сборную, еще его пускают, там матч был важный. Ну, при этом Анке легионер, ну, значит, ну, должен был. Нет, с другой стороны, да. В принципе, логично было. Объективно логично. Мне кажется, по сборной у парней достаточно много всех вопросов, кого вызывают, кто играет. Нет? А как ты думаешь? Думаю, так и есть. Так, девчонки, что вы ждете вообще от выезда? Потому что соперник очень серьезный. Отвечать надо уже. Тяжело что-то. Ну, если честно, ну вам еще нужно пройти, да? У нас первый соперник — это чемпион Молдавии, да? Молдовы, как правильно? Молдавия. Перережьте. Нормально, да? Тогда оставляем. Вот. А в случае победы, ну, я думаю, что мы должны выиграть, мы попадаем на Аякс, который, в принципе, ни с кем не играет. Он просто ждет соперника, кто выиграет, ну, вот в нашем спарринге с командой Молдавии. Вот. И уже за выход с ними в группу мы должны играть. Естественно, Аякс — это достаточно серьезный соперник, который в прошлом году
играли с Арсеналом, не помню, то ли за полуфинал, за выход. Да, наверное, полуфинал, может, был, да. Они им проиграли, там разница в два матча, один мяч вроде. Mm-hmm. То есть, ну, достаточно сильный соперник. Поэтому игра будет тяжелая, но в футболе все возможно. Мы все силы приложим, чтобы их обыграть. А как общее настроение в команде перед игрой? Боевое или вы уже так? Что ж не скоро играешь? Да, но мы как 6 сентября. 6 сентября. Я думаю, что еще рановато. Мы накопим свои эмоции, все силы. У нас пока их много после Кубка эмоций пока. У вас в команде больше нет легионеров, я так понимаю? Нет, вообще только нет. Только один белорусский, да? Нет, у нас есть Алина вратарь Скидан. С России девочка и Алина Скидан, украинка. Да. Угу. Ну, учитывая, что раньше у вас было наполовину... Ну да, раньше у нас легионеров было достаточно, да. Ну, мы, может, и без них лучше сыграем. Ничего себе. Без легионеров. Жена вас, конечно. В женском-то вообще. Вообще друг на друга сыпят. Проблем, блин. Вопрос по сценарию. Иван, ты был полгода за границей. Что делал? Второй вопрос. Играл в футбол или нет? Как вообще? В компьютер играл. Как было за границей? Потому что, я так понимаю, чемпионат сложный, чемпионат очень интересный. Плюс ко всему, ну, это твой первый опыт легионерский. Ну да. Да, как это было? Ну, на самом деле, это очень полезный опыт. Я очень рад, что я уехал, попробовал. Конечно, хотелось бы больше остаться, но, к сожалению, у меня условия контракта были так, что если наша команда вылетает в первую лигу, то я ухожу. Вот, поэтому, если бы мы остались, у меня бы продлился еще на год контракт, и я бы остался. Конечно, уровень там намного выше, в скорости быстрее. И много факторов все равно сложилось, по которым, возможно, где-то там не играл, но злиться может только на себя, поэтому... А ты забил как... 2 гола, по-моему, да? Ну, забил, да. Радовался сильно? Ну, конечно, кайф. А ты, Макс, следил, когда там Ваня? Да, конечно. Ну, так игры я не смотрел, но когда гол забил, конечно. Хорошо, можно вопрос задать тоже? Конечно. Хотела вам тебе вопрос задать. Ты говоришь, что хотел остаться побольше бы поиграть, да, за границей. Почему тогда в другой какой-то команде, да, а вернулся в Беларусь? Что не было предложений каких-то достаточно хороших? Блин, наверное, честно говоря, такой вопрос, что не сюда, не сюда, не сюда. Вот. Ну, там много различных внутренних, скажем, проблем, поэтому... А, то есть не касаемо футбола, а касаемо тебя? Просто внутри себя проблемы? Да, у меня вообще проблем много. Я проблемный человек. А ты похожа на психолога, кстати. Я? Можно? Иногда могу и психолога включить. Включить она может. Психологию я не берем. Не хочу. Все, да, отлично. Мы не будем трогать, все, ответ понятен. Ну, из плюсов я могу сказать, что Ваня вот научился в Counter-Strike играть. То есть, подожди, подожди. То есть, уехал, футбол играл, должен был футбол научиться, а по факту футбол не научился. То есть, он нам задвигает про недвижку, а сам в контру играет, да? Не, ну я же сказал, сразу в комп играл. Я вот когда приехал, там прям настолько скучно было. Наверное, какой-то крутой, да, компьютер купил игровой? Они же достаточно там... Дорогие, да. Да, очень дорогой. Не, ну реально, я купил ноут и просто смотрел сериал и научился играть в Counter-Strike. Ну как научился, играл. А сюда приехал 15 мая, и вот за 3 месяца только 2 раза ноут открыл, то... Ну, по своим недвижка. Делам. Недвижка. Почему было скучно? То есть не было друзей, там не было знакомых, вообще ни с кем из команды языковой не общался. Языковой барьер, то, как, ну, ну я по-английски разговариваю нормально. Нормально разговариваю. Да, у меня просто город был там почти 20 тысяч, он очень маленький, в горах. Каких-то развлечений особо, ну, честно, нет. Мне, конечно, после 2-миллионного Минска, где я все знаю, где я могу двигаться, там, ну, двигаться в... Ну, в смысле... уже не двигаюсь, не сотворюсь. Ну и как бы там вообще нечего делать реально. Я научился готовить, хотя я в принципе умел, но ленился. Здесь всегда где-то кушаю так, а там научился всегда готовил сам, играл в ноут. С кем ты из команды общался? Да, общался, но не так много, потому что все-таки на русском проще, понятно, общаться. Ну, на английском, да, я могу общаться, но какие-то свои приколы, которые там на русском... Может что-то, да, пошутить, объяснить, это одно. На английском начинаешь подбирать и понимаешь, что это будет полная фигня. Что диалог не получится. Он начал, наверное, шутить на английском, понял, что шутки не проходят, такой вот, ладно, лучше без них. Ну, просто факт говорил каждый раз, знаешь, думаю, что шутит. Так, девчонки, вы тоже играли за границей. Так, Настя Шупо, которая... Ты играла в России и в Польше, а ты, Настя, играла у нас в Испании. Расскажите немножко хотя бы, как это было. Ой... Мне тяжело говорить. Ну, в Польше я играла, когда мне было 19 лет.
Да, 19 было. Мы чемпионы Польши были, кубок выиграли. А в Питере, в «Зените» мы уехали с подругой в 21-м году, да? Можно я перебью? С какой подругой? Так, стоп. Уточните. Сили Слесарчик. Это же правда моя лучшая подруга. Снова совпадение, да? Да, мы уехали в «Зенит». Было очень круто, касаемо каких-то организационных моментов. Естественно, футбол, конечно же, уровень посильнее там. Поэтому хороший опыт, за который не стыдно, и за который мы как бы бронзовыми призерами стали, хотя бронзовыми, да? Да. Вот, хотя могли быть серебряными, но не факт. В конце все упустили. Поэтому хороший опыт. Ну, а ты, Настя? Мне можно не говорить. Почему? Да сложно говорить. Ну, во-первых, ты уехала в Испанию. Это же не Россия, не Польша какая-нибудь. Ну, жестко, ну, конечно. Ну, полгода, как бы. В смысле, подожди, не Россия, не Польша, я что-то не поняла. А ты видел, как долго? Очень долго думала. Очень долго, да? В смысле, не Польша? Нет, я просто не хотела на Сёну убирать. Это шутка, конечно, да. Конечно, я знаю, что это шутка. Во-первых, расскажи про Испанию. Да я не буду, ну... Ты недолго была или что? Полгода я была всего лишь, да. Так вообще кайф, я за полгода. Ну, это совсем другое. Там, в принципе, неорганизационная команда. Просто ты, то, что, ну, ты была в такой команде, потому что в высшей лиге, я думаю, что моменты были получше. Ну, Настя, нет, просто смотри, первый дивизион, также, примерно, мы в первом дивизионе были там, наверное, не шестое, пятое место, как бы. Сопротивление, это намного лучше, чем, примерно, в белорусском чемпионате, если сравнивать. Там, как бы, первый с последним, там такое сопротивление, что у нас даже такого нет. Ну, все игры интересны, заканчиваются. Все игры, да, интересные. Это не первый дивизион. А сколько команд в первом дивизионе? 16. 16 было команд. Ну и высшей лиги тоже много. Выше я даже не знаю, сколько там было. Нет, ну, выше чем 16, меньше, да. А как город был какой? Ну он маленький, жарко было. Сарагосия. Как бы по населению пляжик маленький. Там был такой, нет, пляжа нет, там нужно было ехать куда-то. Ну там Барселона была близко, Мадрид был близко, нужно было ехать. Но ты практически не играла, я так понимаю. Да, я совсем пару игр сыграла, наверное, игры 3-4 раза за полгода. Вот, ну там свои нюансы, в общем, были. И я молилась, чтобы уехать. С Божьей помощью. Да, ну опыт есть опыт, как бы. Опыт есть опыт, так что я знаю, как и к чему уже дальше стремиться, и на что нужно быть, к чему нужно быть готовым. Вот и все. Вопрос к тебе. Ты вот как раз, наверное, один и единственный здесь, кто пока еще за границу не уезжал. Были ли у тебя варианты вообще уехать? Были предложения? Были, наверное, но такие, которые меня не устраивали. То есть, ну а сам ты хотел когда-нибудь уехать? Ну да, конечно, все равно хочешь чего-то большего всегда, наверное. Хорошо там, где нас нет, поэтому... Цитаты. Всегда так получалось, что мне здесь все устраивало, поэтому... Ну, опять же, вот мы недавно обсуждали на банке твою кандидатуру. Ты единственный сейчас в Минском «Динамо», который, ну, человек, который, может быть, со временем станет легендой. Только хотела об этом сказать. Если останешься. Он стремится к этому, наверное. Да, и, ну, тебя, опять же, называют Пьёлем, да, там, или Пьёль, как он правильно называется, не помню имя. Ну, Пьёль давай будет. Пьёль или Пьёль? Ну, лучше Пьёль. Да, Пьёль. Может быть, у тебя были такие мысли все-таки закончить в Минском «Динамо»? В 25. И остаться легендой. Не знаю, тут каждый сезон все меняется, поэтому новый тренер, условно говоря, там, ну, часто меняются тренеры, и как оно складывается. Нельзя что-то там, да, угадать чего-то. Поэтому каждый сезон, как обдумываешь, вот, например, сейчас контракт предлагали, я думал, там до этого тоже было. Ну, то есть, опять же говорю, что все устраивало, когда сейчас делали предложение. Послушай, ты всегда вызывался в сборную, но в этот раз тебя не вызвали. Какие эмоции? Да, наверное, ожидаемо, честно говоря. Он, как Глеб Шевченко сказал, говорит, да мне чата давно удалили. В принципе, у меня такая же ситуация. А что, сейчас в сборной? Ну да, кто расширен, там какой-то список, потом меньше людей. И поэтому, ну, не было неожиданностей. Сейчас он плюс есть расширенным, да? Тоже где-то не играл, там, поэтому вообще никаких вопросов. То есть, ну, есть другие, значит, футболисты, которые на данный момент сильнее.
Так, я честно не помню расширенный список. Вроде есть. Он. Есть ты в расширенном? Нет. А Макс, тебя даже в расширенном нет. А Ваня, ты есть? Есть. Есть там нападающий, да. Инсайт, Ваня, даже в окончательном. Даже в окончательном есть? Ну, испанец. А, уже есть. Нет, ну ты его как бы полил, блин, как он играл в сборную, поэтому как бы не знаю. Не факт, что уже осталось. У него уже настройка. У меня последний сбор, я так понимаю. Вообще, пришел новый тренер, испанец. Карлос Алас его зовут. В общем, что вы думаете по поводу нового тренера, кандидат? Как по-вашему? А вы его видели? Сложно вообще комментировать, наверное. Ну, что комментировать? Человека не видели, человека не знаем. Для нас незнакомый, да. Не знаем, что он был на игре в молодечной, был с Ислачью, на Динамо тоже со Слайпом он был. Поэтому, наверное, вот все хочет сразу посмотреть. То есть всех футболистов, вот там Минск я смотрел со Слуцком, он тоже был. То есть хотя понять наш футбол, ну, то есть... Я думаю, что уже после первого сбора, может быть, какие-то выводы делать, хотя бы там понимать, какая схема, какая тактика. То есть видно уже выбор там людей новые, то есть там Лисакович вроде как приедет. То есть, и... Знаешь, такой момент тоже интересный. Я комментировал матч Минск-Слуцк. И он же тоже приезжал прямо передо мной. Конечно, что, блин, там красиво очень был. На заднем фоне. Я сначала представил себя, а потом главного тренера сборной. Ну, понятно. Ну, так легенда, ёма. Легенда ты, а не тренер сборной, да. Да, во-первых, меня удивило, что он приехал на такой матч, да, и он, кстати, позвал Якушевича из Минска, между прочим. И мне кажется, что вот на фоне, там, допустим, тебя, естественно, Якушевич смотрится не так респектабельно. Ну, не знаю, наверное, не ко мне вопрос, но... Не знаю, наверное, он моложе меня, может, какой-то курс на омоложение, то есть какие-то новые фамилии все равно. Для какого тренера ты там подходишь, для которого, может, какие-то другие нужны футболисты. То есть, ну, это все нормально, это сборная, это... То есть... Ему еще только 25, еще много поиграют в сборной. 25? Так удивляешься? Слушай, ты столько лет... Ты думал, что мне 30 или... Ты реально столько лет играешь в Минскую Динамо, я думал, что тебе уже реально 30-ка. Вот в смысле? Скажу. Он вообще на 30 не выглядит. Нет, ну, конечно, моложе, да. Так, ребят, есть ли у вас майки, чтобы разыграть? Может быть, какие-то там... Да, у меня есть Сарагоса. Будем разыгрывать майку? Ну, можно, чего нет. Блин, я, наверное, тоже бы выиграл бы сейчас у Макса Сарагоса, интересно. А что там надо делать? Комментарии. Рандомно будут выбираться, да? Я бы тоже Зенита хотел выиграть, ты что? Так вы так участвуете в конкурсе? Так какой там участвовать? Я там один раз зашел, посмотрел там. Вообще. Без шансов. Так, дорогие друзья, мы для вас специально разыграем 3 майки. Одна майка будет у нас из Сарагосы от Насти, вторая из Зенита тоже от Насти. И еще одну майку разыграем от Минского Динамо. Это будет майка-реплика. В таких же майках играют футболисты, профессиональные футболисты Минского Динамо. Так что пишите в комментарии «хочу майку». Можете еще что-нибудь написать. Похвалите девочек, похвалите мальчиков. Ну и удачи вам. Читайте условия описания. Ссылочка внизу. Так, ребят, огромное спасибо вам, что пришли в гости. Сегодня было реально здорово. Ребят, вам спасибо. Девчонки, тоже вам огромное спасибо, что пришли. Давайте выберем, кого позвать на следующее шоу «Говорилка». Вот, вы выберете мальчика, а вы, ребят, выберете девчонку. Хотя уже с девчонкой все понятно, да? Да я же тебе говорю. Вакулечка. Это классика. Давай, Настя. Как они любят Вакулича, а? Вакулича зовем. Потому что Ваня Бахро очень хотел, чтобы он присутствовал здесь. Нет? Да. Вот. Мне кажется, Ваня похож на Вакулича. Ты про внешность или... Или про тупость. Ну, это, заметьте, не мы сказали. Вот. Ну, и в пару к Вакуличу давайте. Кто там у него из друзей помоложе? Ну, я могу еще присесть. Тебя уже достаточно? Может, Рылочек кого нет? Давайте Рылочек, может, нет? Рылочек позовем, да. Я даже вообще его не знала. Что, капитан сбора молодежи? Они общаются? Конечно, нет. Все, позвали. Вакулич и Рылочек. Кого зовем? Ну, я... Позову... Нет, давай лучше другой, она не придет. Что значит не придет? Может быть, этот выпуск уже выйдет, и у Юли день рождения будет, и все-таки поздравь. На камеру, нет? Юль, хочу, чтобы ты пришла. Ладно, на самом деле приглашаю Юлю сюда, и хотелось бы видеть ее вместе, Максим озвучит с кем. Я думаю, что Зарину Капустину надо позвать. Потому что Миша как прорекламировал я шорты, поэтому тут без шансов уже. Правильно в этих шортах придет? Я не знаю. Да. Зарина, если приходишь, приходи в шортиках, мы тебя ждем. Ты за ходу короткий, не поняла. Или в коротенькие джинсики. А ты кайфуешь, а? Так, друзья, это был очередной выпуск «Говорилки». Огромное спасибо, что смотрите нас. Пишите, ставьте лайки и подписывайтесь на «Динамо Минск».
Юля, с днем рождения. И это самый лучший выпуск. Наступающий. Самый лучший однозначно выпуск. Если ты в каком-нибудь выпуске еще скажешь, что наш был не самый лучший, еще какой-то лучший, то мы тебя найдем.